Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на неделю. В период с 26 июня по 2 июля 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами, какую цепочку событий вам стоит ожидать, как к ней подготовиться и как, в принципе, провести эти 7 дней для себя с максимальной пользой. Поэтому приступаем. Итак, позитив, негатив. И совет от карт. Что у вас здесь? Какова ситуация? Итак, что мы видим? Семерка пентаклей, паж мечей и луна. Во-первых, у вас это будет период анализирования ваших страхов, состояния тревоги, может быть, панических атак или осознания, почему вы живете в состоянии постоянного стресса, решение проблем, связанных с вопросами бессонницы, перепадов настроения, может, изменение гормонального фона. То есть найти причину, где собака порылась. Это первый момент, факт, который в первую очередь касается здоровья. И еще второй момент – это искать, собирать информацию о ваших родственниках, о ваших близких, о родовом древе. Потому что эти карты – это все-таки еще, знаете, как найти истоки. Для кого это важно, для кого это значимо, особенно если это касается программ репатриации, восстановления документов, либо чего-то еще, то здесь вы действительно будете, знаете, как рыть землю, собирать, копать эту информацию и попытаться, ну, докопаться до истины. Особенно если, допустим, там были какие-то утерянные документы или, может быть, важные документы, связанные там с наследством, с завещанием, то есть пытаться восстанавливать, находить, ну и как следствие, да, решать те либо иные вопросы. Если в эту триаду будем смотреть и анализировать с точки зрения личной жизни и на текущем этапе вы свободны, то по тузу жезлов здесь может новое быть знакомство, новое влечение, новый интерес, но вы понимаете, что здесь много иллюзий, много фальши. То есть человек может выдавать себя не за того, кем является. Поэтому с вашей стороны это будут попытки рыть, накопать информацию, проанализировать, где же здесь есть эта фальш, эта ложь. Почему человек так себя ведет, какие мотивы. Ну, по сути, что вам со всем этим делать. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то по десятке мечей это может быть жирная точка. По причине того, что все, что было вам обещано, оказалось ложью, фальшью. То есть человек даже не пытался предпринимать каких-то действий, либо менять ваши отношения и переводить их в качественно новое русло. Поэтому, устав от лжи, фальши и обмана, вы здесь будете разрывать эти союзы. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных у нас браках, отношениях, по звезде, это совместно, вот здесь очень интересно, тем более на кого доложится император. Найти ресурс, именно деньги, как сделать так, чтобы в течение месяца кратко насобирать ту недостающую сумму денег, чтобы исполнить какую-то вашу мечту. Не знаю, с чем это связано, это материальная цель или это просто какая-то, ну не то чтобы ваша прихоть, а необходимость, но понимаете, допустим, очень дорогостоящий курс или там поездка, или же там, может быть, лечение, омоложение, пластическая операция, или же там приобретение недвижимости, автомобиля, потому что звезда – это вот та мечта, к которой вы, ну, длительный период стремились, тянулись. И вот это совместные усилия, то есть где накопить, где взять, как это все реализовать. Да, здесь будет помощь и поддержка со стороны мужчины, вы здесь как бы этого добьетесь, но к этому придется приложить максимум усилий. И если смотреть ситуацию с точки зрения работы и заработка, и вы на текущем этапе у нас не работаете, то по умеренности все останется без изменений, как было, так и есть. Но, тем не менее, вы здесь спокойны, потому что есть ресурс, есть на что опереться. И здесь паж мечей и луна, в этом вам будут помогать родственники и ваше окружение. Если вы у нас соискатель, то по аркану сила, после длительного периода ожидания, как в течение месяца, вам придет ответ, что да, вас берут. То есть ответ по вашей заявке, по вашему резюме. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то по аркану отшельник могут дать какой-то проект, предложить во всяком случае. Но вы возьмите здесь паузу, потому что будете анализировать, стоит ли овчинка выделки, уложитесь ли вы в ограниченное время и сроки, и стоит ли вам в принципе за это браться. То есть здесь такой вот подход глобального плана. Стоит ли вам за это браться и расти, то есть личностно, то есть обретать какой-то опыт новый, да, для вас это как дополнительный какой-то бонус в плане карьеры, профессионализма, но и в целом будет ли для вас это актуально в плане заработка.
Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом, то по королеве жезлов здесь анализировать, взвешивать все за и против, то предложение, которое вам поступит, потому что дно колоды маг – это как новые контакты, новые контракты, новый партнер в вашем окружении, в частности, здесь женщина огненной стихии, овен, лев или стрелец, и вы будете, ну, как говорю, пробивать, собирать информацию, что из себя представляет этот человек, стоит ли ему доверять, стоит ли с ним сотрудничать, были ли успешны, допустим, его проекты. То есть, иными словами, здесь попытаться собрать информацию. По состоянию здоровья я вам объяснила ситуацию в начале видео. Будем с вами переходить к негативу, да, этого периода. Дурак, король, пентакли, солнце. Здесь, понимаете, все упирается в финансовый аспект. Тут я не вижу какого-то негатива, потому что... Сейчас объясню. По этим картам это, с одной стороны, исполнение мечты, достижение радости, но которое будет сопряжено большими тратами. И вы будете для себя взвешивать все за и против. А стоит ли это делать? Не будет ли это глупым поступком? Будет ли это оправдано? Или это, знаете, какая-то блажь сиюминутная, которую вы совершите, и, допустим, об этом будете сожалеть. Поэтому здесь это, знаете, как обдумывать и корить себя, а нет ли здесь ошибочного решения, потому что по семерке мечей потом, знаете, как самому себе сделать секир башка по принципу, что же я вот так затупил или наглупил. Видите, по тройке мечей вы очень сильно боитесь разочарования и неверности своих каких-то действий. Опять же, если это касается каких-то инвестиционных проектов и новых предложений, то здесь боязнь ошибиться, доверить деньги не тем людям, вложиться не в те проекты. Особенно, если это связано с какими-то финансовыми операциями. Допустим, я не знаю, там, занять деньги, перевести деньги. То есть здесь боязнь лжи, фальши, обмана и боязнь остаться не у дела, остаться без денег. Так, ну что же здесь? Да, вот по двойке жезлов ситуация выбора. Король жезлов и рыцарь жезлов. Ну, то есть здесь вы можете найти для себя оптимальное решение проблемы и сделать вот то, к чему вы стремитесь, ну, как с наибольшей пользой, без страха потери ресурсов. И совет по рекомендации. Тройка пентаклей. Во-первых, акцент здесь на работу, на заработок, на увеличение дохода. И как главный такой момент, ваши ресурсы, ваши деньги должны работать. То есть это во что-то вложить, это приобрести, купить, то есть это то, что в первую очередь и стабилизирует ваше положение, и действительно как увеличивает ваш доход. Например, вы что-то приобретаете, каким образом будут расти ваши деньги? Ну, как инфляция, которая будет идти со временем, на самом деле вы выгодно сможете приобрести то, что для себя считаете нужным, необходимым. Тем самым вы не только сохранили деньги, но они у вас будут как бы работать, да, потому что это будет на долгосрок, впрок, и вы с этого только приобретете. Смотрим дальше. Что здесь у вас в плане неожиданности? Какова ситуация? Так, дерево, плетки, гора. Дерево, плетки, гора. В первую очередь это решение проблем, связанных с нервной системой по состоянию здоровья. Потому что плетки, гора – это неврозы, это психосоматика, это вопросы бессонницы. Даже дно колоды, видите, у вас змея. Это как вопросы болезни, которые все идут от нервов. Поэтому здесь нужно будет с этим поработать. Насколько это возможно. То есть будут легкие седативные препараты по рекомендации врача, массажи, расслабление, там какая-то гимнастика или все то, что вас успокаивает и, знаете, как выводит из состояния постоянного стресса и депрессии, состояние тревоги, то есть это нужно будет прорабатывать однозначно. И еще луна, звезды, гроб. Здесь в первую очередь не то, чтобы изменение мечты. Это, знаете, как если гора не идет к Магомеду, значит мы идем к горе. Потому что по этим картам это как изменить путь. Путь или решение, или подход к той ситуации, которая вас интересует. Это не похоронить мечту. Это как изменить свой подход, свою цель. И по аркану медведь, который здесь ложится, какой-то мужчина вам в этом вопросе поможет. Посодействует. Это не обязательно там отец, супруг, хотя может быть и такова ситуация. Это может быть ваш знакомый, который ну, как-то объективно увидит ситуацию, поддержит, поможет, подскажет и реализует ваш замысел или ваш план. Поэтому пусть так и будет, будьте спокойны, все у вас здесь получится, верьте в себя, в свои идеи, в свои цели, в свои планы. Это крайне важно, потому что если вы верите в себя, вы обязательно достигнете самых максимальных высот. Я, конечно же, вам этого желаю от всей души. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте обратную связь,
как для вас отыгрался этот расклад и эта информация. Буду вам признательна за энергообмен. Если видео для вас было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я с вами не прощаюсь, еще услышимся.